Сегодня у нас 15 ноября 2018 года. Вот я пришел, у нас тут как бы вход в храм. Сейчас я покажу немножко. Вот он. Вот здесь вот у нас места Писания. Вот из Библии. Во храме его все возвещает о его славе. Псалом 28, 9 стих. Идет видеозапись для интернета, чтобы все знали. Вот я принес рыжую. У нас тут мышка объявилась. Вот ее кровешки. Вот они виднеются. Мышиные. Откуда попало, непонятно. Может, он там вот дырочка в потолке есть. Надо будет потом запенить. Или там вот с угла как-то она прыгнула сюда. Не знаю. Но снизу у нас тут вроде бы не должна запрыгнуть. Но вот принес рыжую. Да, рыжая. Рыжая. Сейчас мы с ней будем вместе ловить мышку. В том году мы с ней также поймали мышку. То есть я снимал эти мешки, все снял. И там внизу оказалась мышка. Она ее сразу тут же поймала. Ну, вот так вот. Примерно я поставлю сейчас, чтобы видно было все. Даже может вот так вот сверху. Вот. Сейчас посмотрю, насколько это смотрится у нас. Вот. Ну, виднеется, конечно, да. Более-менее так. Вот сейчас будем смотреть. Не упало, конечно, у меня. Перчаточки одену. А то на улице холодно. Перчатки надо будет одевать. Руки сразу замерзать начинают. Рыжая, ты далеко не уходи. Рыжая, иди ко мне. Иди сюда, рыжая, иди. Иди сюда, иди. Иди, давай. Мышку увидим. Все тяжелое. Ничего. С Божьей помощью справимся. Рыжая, моя улица.
Мышку ищи. Так. Рыжая. Рыжая. Ты где? Рыжая. Рыжая. Рыжая, иди сюда. Я пошла-то. Иди сюда, иди сюда, ближе. Где это? Рыжая. Где ты там? Рыжая, иди сюда. Иди ко мне, рыжая, иди сюда. Thank you.
сюда. Оплошал я. Нет у нас мышки сегодня. Нету мышки, да? В том году-то ты поймала хорошо. А в этом году нету мышки. Красавица ты моя, хорошая рыжая. Рыжая, 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 рыжая. Вот так вот. Нету мышки, да? Нету мышки. А я надеялся, что поймал. Оказалось, нет. Ничего сегодня не получилось, да, рыжая? Искали, искали мы с тобой мышку, так и не нашли. Хорошая рыжая, 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 рыжая. Ну и что, даст Бог, поймаем потом эту вредину. Она вон сколько натворила делов-то. Это ее работа все. Дырочки делает в продуктах. Ну вот так вот, слава Богу за все.